регионах Украины продолжаются тарифные протесты. Одесская область не исключение. Акции с требованиями снизить тарифы состоялись возле мэрии, облгосадминистрации и в районах области, в частности в поселке Кучурган у Украино-Молдавской границы. На этот раз против повышения цены на газ митинговали на проспекте Шевченко недалеко от хозяйственного суда. Активисты перекрыли автомобильное движение. Акция длилась 1,5 часа, после чего одесситы направились к зданию ОГА. Там им протестовать не позволила полиция, поскольку митинг не был официально согласован. Оснований, что протестные настроения у одесситов и вообще большинства граждан Украины утихнут, пока нет. Зарплаты, пенсии, социальные пособия не соответствуют уровню счетов за коммунальные услуги. То есть мы должны понимать, что некоторые люди платят 50-70% от своего заработка просто за коммунальные услуги, и это является несправедливым, аморальным. Государство дает заработать частным компаниям на населении, которое бедствует, которое в период карантина часть из людей были уволены или лишены средств к существованию, то есть у них снизились доходы, и это факт.